Откуда это? Башкирия. Кто прикрутил? На ход съездили, УАЗик толкал. И все, что-то щелкнул в пояснице. УАЗик сам сел, а обратно уже вытаскивали. Ага. Давно? В субботу. Сейчас давайте микрофон сейчас посмотрим. Сейчас отдаете в пояснице, вы вам дают, да, в пояснице? Угу. Кем работаете? Ну, у меня такая работа тяжелая. Ой, лицо вниз. Ухоже, да? Ух. По левой стороне. Все мягче, да? У меня спина вот получается вот в сторону, правую свело все. Ноги расслаблены. Левая нога короче. Так. Давай на валик приподнимись. Под поясницу положим. Будем разжимать. Давай, приподнимайся теперь на коленки, вставай и на локти обопрись. Спину вниз прогнешь. На коленки, на локти. Во-во-во, правильно. Чуть-чуть вперед. Вот, спину вниз. Еще вниз. Вот-вот-вот, сейчас правильно. Держи, держи, держи. Не падай. Подождите. Чуть-чуть осталось. Вот. Все, ложись. Давай встань, пройдись по кругу. Сейчас. Смотри, здесь боль ушла? Не больно. Все, давай, встань, пройдись. О, что походи.
Все, отпустил. Вот, наверное, наболело просто еще. Ну, наболело. Я вообще вот такой вот. Угу. Как сейчас? Да ничего вроде. Легче. Ноги вот так вот поднимай, попробуй. Не отдает? Нет. Нет. Чуть-чуть наклониться до пола, насколько руками. Все, выпрямляйся. Нормально? Да. Все, сейчас воспаление сойдет. Приедете на коррекцию примерно через 2 недели. Через 2 недели, да, я вчера звонил, сказали, око нету. Ну там записи много, да. Ну, на ближайшую запись запишите. Хорошо. Все равно второй раз приезжайте, у нас будет все доделать правильно. Сейчас воспаление пусть сойдет, и все будет хорошо. Друзья мои, я посмотрел статистику по каналу, многие смотрят и не подписываются. Не забывайте подписываться и ставьте колокольчик, нажимайте, чтобы не пропустить новые видео. Вот. Всем пока-пока.